Полученные электроды заземления размещают на расстоянии не ближе 200 метров от трассы, защищаемой линейной части магистральных газопроводов. Рассмотрим принцип действия установки катодной защиты. От источника электроэнергии переменное напряжение подается к станции катодной защиты, где преобразуется в регулируемое постоянное напряжение. От станции катодной защиты по катодной дренажной линии на трубопровод подается отрицательный потенциал. Таким образом, защищаемый участок трубопровода искусственно превращается в катодную зону. Анодную зону создают закопанные на определенном расстоянии от газопровода анодные заземлители, которые по анодной дренажной линии подключаются к аноду станции катодной защиты. В этом случае движение тока будет происходить от положительного полюса станции катодной защиты на анодное заземление, а от него в грунт и через поврежденные участки трубопровода на защищаемый трубопровод. От трубопровода ток потечет по кабелю на отрицательный полюс станции катодной защиты. В результате будет происходить постепенное разрушение не трубопровода, а анодного заземления. Система протекторной защиты включает в себя установки протекторной защиты, соединительные кабели, а также контрольно-измерительные пункты и, при необходимости, регулирующие и вентильные элементы. Протекторная защита может осуществляться одиночными или групповыми установками. Одиночные протекторы располагают на расстоянии не ближе 3 метров от трубопровода. Удаление групповых протекторов от трубопровода определяют расчетом. Выбор типа и схемы расстановки протекторов проводят с учетом конкретных условий прокладки защищаемого трубопровода. Рассмотрим принцип действия протекторной защиты. Необходимый для защиты трубопровода поляризационный ток создает электрохимический элемент, в котором роль катода играет металл защищаемого трубопровода, а роль анода – протектор, изготовленный из более электроотрицательного металла и надежно соединенный с трубопроводом. Грунт выступает в роли электролита. В процессе работы установки протекторной защиты анод, как более электроотрицательный металл, будет окисляться, то есть растворяться, посылая избыток электронов на катод, то есть на защищаемый трубопровод. Таким образом, в контуре протектор, земля, трубопровод возникает защитный ток, натекающий, как и положено при электрохимической защите, из земли на трубопровод. Рассмотрим принцип появления блуждающих токов от электрифицированной железной дороги и их воздействие на трубопровод. Тяговая подстанция электрифицированной железной дороги подает ток в контактный провод, из которого через токоприемник он подводится к электродвигателю локомотива. Затем, пройдя через колеса, ток по рельсам возвращается на тяговую подстанцию. Так как рельсы не изолированы от земли, они становятся источником, растекаясь в грунте и встречая на своем пути металлическое сооружение,
удельное сопротивление которого намного меньше удельного сопротивления грунта, например, трубопровод, блуждающие токи натекают на трубопровод, образуя катодную зону. Пройдя по трубопроводу, блуждающие токи вблизи тяговой подстанции стекают из трубопровода в грунт, образуя анодную зону, и вновь поступают в рельсовую сеть. При этом в анодной зоне трубопровод разрушается.